Приветствую и добро пожаловать обратно в Far Cry 2. Идем мочить Гакумбу, голову Афот. Дорога к его хижине охраняется. Я думаю, что и возле его хижины мы встретим серьезное сопротивление. Но ничего, у меня есть ПКМ. Главное только, чтобы он не заклинил, когда мне надо будет пустить пулю в лоб Гакумбы. Вот она, хижина. Гакумба должен быть где-то здесь. После того, как мы его замочим, будем работать только на СНС. Вон он. Мне почему-то кажется, что СНС нас предадут. Не знаю, почему у меня такое чувство. Саймон, что происходит? Что ты хочешь? Денег? Вон там, верхний ящик стола. Мне и даром не нужны твои грязные зеленые бумажки. Я просто хочу увидеть твой холодный труп. Эй, привет! А дерьмо я знал, на все это время кишка и чуял, что я умру в этом чертовом месте. Отлично, недельку нашел, не билет домой. Такое чувство, будто отсиживались в кустах и ждали, пока мы убьем Гакумбу. Только ради того, чтобы вот так эффектно появиться. Своего шефа, конечно, они уже не спасут, но меня замочить вполне могут. Надо поскорее выбираться отсюда. Давай помогу. Ах ты, крыса! В спину стреляешь? Вот гад, а! А что мне дальше-то делать? Погодите-ка. Нужно убраться отсюда. Хорошо. Давайте спустимся к реке, найдем лодку и уберемся отсюда подальше.
журналист из бара. Слушай, положение изменилось, и мне кажется, это касается нас обоих. Нужно поговорить. Встретимся на лесосеке на окраине города. Там достаточно уединенное место. Окей, скоро буду. А, вот и я. Спасибо, что пришел. Извини за ужасные условия. Я не мог придумать более безопасного места. Говорят, Куасси послал тебя к водопадам Гока, чтобы убить доктора Гакумбу. Значит, это правда. СНС начал крупное наступление на севере. И поговаривают, что их первая цель — ты. Тебе повезло, что ты еще жив. Они все еще ищут тебя, да и других иностранцев. Вас всех объявили шпионами. Не знаю, дошла ли уже до тебя эта новость. Солдаты направляются к бару Майка. Они собираются поставить всех твоих друзей к стенке и перестрелять одного с другим. Деревенских они тоже забирают. Сейчас войска прочесывают Палу. Скоро они доберутся до церкви отца Малии, и тогда они перебьют всех, кого там найдут. В этом можешь быть уверен. Знаешь, ты мог бы им помочь. Не всем, для этого слишком мало времени. Но ты можешь отправиться или к Майку, или к церкви. Думаю, тебе придется выбирать. Мне нужно уезжать. Машина уже в пути. Меня отвезут на юг, в Масата-Силау. Там я буду в безопасности. Хотя бы на время. Береги себя. Я тоже сберегу. Будь осторожен, они тебя ищут. Как я и думал, СНС нас предали. Решили завалить меня и всех моих друзей. Молодец, нашел нас. Как вы тут? Они ударили без предупреждения. Мы еле успели всех укрыть внутри. Держимся все вместе! Давай, подопрем дверь холодильником. Живыми нам не выйти, это точно. Наступают. Они окружили нас. Ну все, мы покойники.
Каким-то чудом нам удалось выжить. А вот нашим друзьям, скорее всего, повезло меньше. Скорее всего, это их трупы были в том грузовике, на котором везли и нас. Видимо, из-за того, что у нас опять приступ малярии случился, мы потеряли сознание, и враги решили, что мы трупы. Даже не удосужились пульс проверить. Короче, нам сильно повезло. Могло закончиться все гораздо хуже. Но куда нам теперь идти? Началась песчаная буря. Я ничего не вижу. Где мы вообще? Вообще правильно ли я иду? Не очень. Это буря, в чертов ужас. На севере положение очень тяжелое. Нужно понять, как реагировать. Кости целы, пулевых нет. Хочешь выбраться отсюда, да? Подгоним грузовик, используешь его как укрытие, но не за бесплатно. Возвращайся в Лебоа и убей Куасси. Мужик общается с солдатами, стоя в кузове грузовика, на виду, во весь рост. Когда утихнет буря, сможешь отправиться на юг. Будем на перекрестке. Пока, приятель. Мы закончили. Собираемся. Пит, поедешь со мной. Расскажу по дороге. Ох, водички хлебнуть. Да, я тоже сейчас пить захотел. Причем так сильно, что как будто сам в пустыне оказался. Фотовцы, значит, не знают, что мы убили их предводителя? Я думаю, если бы они знали, мы были бы уже покойниками. И у нас, к тому же, появился шанс расквитаться с Куасси. Предлагаю им воспользоваться.
За пулемет. Ловите лимонку, пиндосы. Вася убит. А нам пора сваливать отсюда. Мы с вами приехали в новый регион. И в новый город. Ничем он особо внешне не отличается от предыдущего. Знаешь порядок, без оружия. Человек нужен, чтобы за ней присмотрел. Два часа, отлично. Нет, только не он. Нужно найти кого-то, кто умеет... Все, вопрос снят. Отлично, ты справился. Куаси мертв. Вопрос в том, что нам делать дальше. Английский бастион собирает манатки и покидает страну, и все. Я 10 лет командовал этими мальчишками в Анголе, и вот как они мне отплатили. Теперь выжить мы сможем, только если будем все предвидеть наперед. Весьма вероятно, что военачальники в Буасико решат объединиться. Это значит конец войне и конец солдатам вроде нас с тобой. Начальникам всегда все сходит с рук. А простых солдат выстраивают у стены и расстреливают. Попробуем это предотвратить. Твой друг Шакал на острове рядом с порт Селао прячет целую уйму оружия. Мы доставим его в город, раздадим местным. Все это под флагом СНС, конечно. Спорю, это заставит моего босса вернуться в игру. Нужно, чтобы шестеренки снова завертелись. Я нашел капитана. Теперь нужен кто-то, кто проследит за грузом. Как насчет этого? Интересует? Могу тебя свести с большим человеком, Адим Бантуве. Все, что нужно сделать, это добраться до озера Сигола. Остров называется Силака, что-то там. Так он не знает, что его босс мертв? А мы с вами деликатно об этом умолчим. Ну и отлично. Вот она, баржа. Врагов вроде бы не видно. Ничего мне не нужно. Ни патроны, ни аптечки. Ух ты, какая игрушка. Классно. Вот ты где, чертей. За смертью посылать. Фрэнк Билдерс меня зовут. Буду тебя за шкипера. Напитков на борту не подают, уж прости. Зато есть на борту чертова куча полуавтоматического оружия, которое мы везем в порт Салао. Мы им везем саму смерть. Ты, может, в медпункт заскочишь, как приплывем. Доктора найдешь. Скажешь, пусть готовится, он в курсе. Вовсе мне не хочется тут ошиваться. Свалю на другой берег озера, чтоб его, и тебе тоже советую. Ну давай, раньше выйдем, раньше дойдем. Иди на палубу, охраняй. Смотри, чтоб какие ублюдки груз не скрысили. Окей. Заводи, поплыли. Пулеметы есть. Как же мы медленно плывем, а?
бодренькая музычка начала играть. Значит, сейчас начнется. Да, на нас напали ожидаемо. Так, так, так. Быстренько чиним это корыто. А, так это не пулеметы. Это гребаные гранатометы. Так это еще лучше. Уже после одного попадания снаряда эта посудина разваливается на куски. Так мы долго будем плыть. Все, норм, мы плывем. Просто из-за скорости баржи непонятно, стоим ли мы на месте или плывем. Ладно, мы почти уже доплыли.
Все, груз доставлен. Но этих тоже лучше замочить. Здоров. Мы могли бы играть за этого типа, если бы я его выбрал в качестве главного героя. Вам нужна медицинская помощь? А ни у кого нет иммунитета к малярии, неважно откуда человек. Меня зовут Абуа, я здесь единственный врач. Но вы ведь здесь не за этим. Простите, просто тут слишком много наемников. Боже, это перемирие было для нас неслыханным благом, хоть ты и потрудился нас предупредить. Возможно, я сужу слишком поспешно. Я хочу вам помочь. Вы знаете, что лекарств у нас не хватает. Но есть и другие альтруисты вроде вас. Если вы вернетесь сюда, когда все стихнет, я буду рад представить вас друг другу. Понятно. Есть способ доставить тебе лекарства. Зайди позже. Стой, не туда. Через заднюю дверь. Меня зовут Андре. Сделаю, что смогу. Рад познакомиться. А что происходит-то вообще? С хрена ли они меня атакуют? Че, комендантский час перестал действовать? Не, реально, с фига ли началась пальба? Просто ни с того, ни с сего. Да еще при этом такое чувство, будто они меня только атакуют. Сука! Нет, Марти, не умирай, ты должен жить. Уносим ноги. Тачку. Поехали, поехали. Фух. Хоть здесь спокойно. Опять тишина в ответ. А возможно, именно в этом диалоге нам должны были объяснить, почему это все началось.